нам на площадку поступил очередной автомобиль клиента компании Кореяблизко. Это Mercedes-Benz C300 21 года. И сейчас я сделаю небольшой видеообзор этого автомобиля. Красивый темно-серый цвет. Штатный размер шин 255/35/19. Панель приборов. Круговой обзор. Меню с завода можно установить на русский язык. Я это уже сделал. Карбоновые вставки. Под этой шторкой подстаканники. Выходы USB. Она на микролифте. Кнопка старт-стоп. Проекция скорости на лобовое стекло. Панорамная крыша. Круиз-контроль, мультимедиа на руле. Память сидений на трех водителей. Подогрев и вентиляция переднего ряда кресел. Стеклоподъемники, электрозеркала. Открывание багажника. Электрические регулировки руля, подогрев руля. Здесь управление головным освещением. Электрический стояночный тормоз, подсвечивающийся логотип Mercedes-Benz, салон со стороны переднего пассажира и пассажирское сиденье тоже с памятью. Второй ряд сидений, он с подлокотником, есть теплоподъемники на дверях, просторный багажник, под этой крышкой ниша для хранения автомобильных мелочей, закрывается с кнопки. И если вы заинтересованы в приобретении автомобилей напрямую из Кореи, не только корейского, но и европейского производства, обращайтесь к нам. Контакты указаны в описании под этим видео и на нашем сайте koreyablizko.ru. Благодарю за внимание. До новых встреч. Заезжает на автовоз Mercedes.